Александра. Почему меня зовут так торжественно? Зовите меня просто Шура. Шура? Это шипящее имя. А вам идет стройное, звенящее. Вы мне позволите вас называть Александрой? Зовите, только вы устанете. Это очень длинно. Как провели? Эти два дня. Какие два дня? Все, что мы не виделись. Да, я действительно видела вас во вторник. Именно во вторник. А в котором часу? В 6, кажется. В 6:10. Заря догорала. Странно говорите. Ничего там нет странного. А вы разве не заметили, как она догорала? Я заметил. Вы тогда появились. Диез, а не бемоль, следи за левой рукой. Как вы себя чувствуете? Спасибо, ничего. Я только устаю. Я сейчас очень устала. А вы прилягте, отдохните. Ну что вы, зачем это? Прилягте, прилягте. Да я сидя отдыхаю. Как вы провели эти два дня? А почему спросили? По мне? Что-нибудь заметно? Нет, ничего. А, впрочем, я не знаю. А что должно быть заметно? Я очень много думал эти два дня. Впрочем, не больше, чем всегда. Только об одном и том же это утомительно. Да, это уж вы напрасно. Ой, так устаешь в этом бешеном ритме.
Александра. Вы меня прямо пугаете этим именем. Извините. Так вот, вы хотели бы знать, о чем я думал эти два дня? Ну, хотела бы, если это, конечно, прилично. Я думал о том, что было бы очень правильно и хорошо, если бы мы поженились. Почему вы молчите? Не отказывайте мне, пожалуйста. Я понимаю, я некрасив. Ну, вернее, лицо у меня неприятное. Да нет. Да нет, у вас совсем неплохое лицо. Нет, все это так, и сложен я не атлетически. Верно? Ну, почему? Все это так. Я могу продолжать? Александра. Да, продолжайте. Только не дрожите так, пожалуйста. Я очень устаю. Все. Мы знакомы всего 10 дней, но с той минуты, как я увидел вас на именинах у Бетхудова, я совершенно лишился индивидуальности. Я потерял свое лицо. Я говорю и думаю только о вас. Вы похожи на Сикстинскую капеллу. У вас множество оттенков. Я зарабатываю сравнительно мало, но я буду зарабатывать больше. Я прославлюсь, я потом скажу, на чем. Никто вас не будет любить так, как я. Вы хотите за меня замуж? Я вам прямо скажу, Павлик. Вы мне тоже сразу понравились. На именинах у Бетхудова. Я вспоминала о вас эти 10 дней, ну, хотя в этом бешеном ритме жизни о многом забываешь. Ну, я как-то не знаю, что ответить. Я как-то не совсем готова. Я просто не совсем подготовлена. Я прошу вас, вы, пожалуйста, мне категорически не отказывайте. Категорически я не отказываю. Вы скажите, что вы скорее согласны. Ну, я скорее согласна. Прощайте, Александра. Я ухожу и приду через два дня. Не отказывайте мне, пожалуйста. Может быть, это смешно звучит. Но я люблю вас так, как никто никогда никого не любил.
Мам, ты, конечно, все слышала. Да. Да, Шура, безусловно, я все слышала. Вопреки своему желанию. Не способна подслушивать твои интимные разговоры с молодыми людьми. Но ты знаешь, какая здесь звукопроницаемость? Мам, ну как сейчас можно говорить о звукопроницаемости? Что он за человек, Шура? Ой, если бы я знала. Ты понимаешь, ведь какие-то люди открываются сразу, а какие-то постепенно. Тут все очень индивидуально. Может быть, то, что я в нем вижу, это только одна какая-то его грань. А как вы знакомились? Ее кто-то представил? Мам, ну кто сейчас кого представляет? Ну, я надеюсь, это не уличное знакомство. Нет, мы знакомились на именинах у Бетхудова. Значит, он знакомый Бетхудова. И был он приглашен. Это говорит в его пользу. Бетхудов, впрочем, я всегда говорила тебе, если бы ты вела себя чуточку умнее. Мама, не смей об этом говорить. Хорошо, 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 мы не будем об этом говорить. Но без компромисса, если еще никому не приносил счастья. Мама, я прошу тебя. Хорошо, хорошо. Как его зовут? Павлик. Фарятьев. Фарятьев? Он осетин? Мам, ну почему он осетин, а? Мне показалось, что в нем есть нечто восточное. Угу. А чем он занимается? Зубной врач. Протезист? Я не знаю таких тонкостей. Зубной врач. Нет, ну, знаешь, Шурочка, это говорит его пользу. Ведь туберкулез человек может перенести на ногах, а зубной болью он немедленно побежит к дантисту. Мам, ну неужели ты не понимаешь, до какой степени это сейчас неинтересно? Ну, важно совсем другое. Важно, подлинно ли это чувство, это его любовь ко мне. А может быть, это вообще его фантазии? А может, он вообще легкомысленный человек? Безусловно. Безусловно, Шурочка, если чувства нет, то не о чем говорить. Слушай, милый, ну что ж ты так поздно? Я второй раз грею обед. Поздно? Я спешил. Я буквально летел, тетя. Но время так летит сегодня. Ты, конечно, ничего не ешь с утра. Возможно. Я как-то не заметил сегодня день совершенно необычный. Необычный? Павлуша, ты тоже это почувствовал? Я тоже это чувствую. Сегодня какой-то удивительный день. Ну, ты мой руки, я сейчас. Ну, что же это так поздно, Павлуша? Неужели действительно поздно? Я сегодня не ощущаю времени. Он не ощущает времени, а я его чувствую каждой клеткой. Что? Я чувствую время каждой клеткой. А. Каждым старым нервом. Ты не знаешь, мальчик, что такое ожидание старости. Я ведь целый день разговариваю с тобой мысленно, конечно.
Тетя, сегодня у меня необыкновенный день. Может быть, я ждал его всю жизнь. Ну, я же знала, что близкие люди живут одной душой. Тебе передалось это мое чувство. Ешь, Павлуша, это карпики в сметане. Ты знаешь? Ты знаешь? Ты ешь, а я буду говорить. Позволь старухе поболтать. Я ведь собираю свои впечатления по крохам от каждого дня. Для меня ведь имеет значение каждый день. Я видела сегодня совершенно необыкновенный сон. Цветной сон. Будто я нахожусь в каком-то странном саду. Красивом, но несколько декоративным. И этот сад мне не очень приятен. Но вот вдруг подул ветер, я посмотрела на небо, и вдруг, Павлуша, все звезды сложились в созвездия. Все созвездия окрасили свои цвета, и по небу понеслись лиловые олени, красные собаки, желтые медведи, зеленые рыбы. И это было поразительно. А я за всю жизнь не могла найти ни одного созвездия. И пробуждение было таким радостным. Я забыла, что я старуха. И я поняла, что будет необыкновенный день. Привет. Любовь, чего ты добиваешься? Ответь мне. Ты хочешь, чтобы у меня было кровоизлияние в мозг? Или ты хочешь, чтобы я немедленно телеграфировала отцу? Я к тебе обращаюсь, Любовь! В чем дело? Когда закончились уроки, которые теперь час? Где ты была? Нигде я не была. Чем ты занималась? Ничем я не занималась. До чего мы так дойдем, я тебя спрашиваю? До чего мы не дойдем, успокойся? До чего мы так дойдем, Люба? Безусловно. Шурочка, если чувства нет, а почему ты думаешь, что его нет? У тебя есть основания не верить, Павел? Мам, я не знаю. Да ты загляни в его прошлое. Человек, в общем, живет ритмично. Даже импульсы его ритмичны. Мам, ну как я могу его узнать? Шура, ты удивительно наивна. Ведь он знакомый Бетхудова. Бетхудов очень проницательный человек. Если тебе самой неудобно, я могу поговорить с ним. Что? Я сделаю это тонко, мама, и деликатно. Мама, в бестактности ты меня упрекнуть не можешь, Шура. Не смей даже думать про это, понимаешь? Не смей. Фарятьева этого нету и не будет. Запомни про это. Я все решила, все. И я запрещаю тебе. Хорошо. Это твое дело. Что ты ешь? Ну, я ничего не ем. Обед в духовке. Я не буду есть эти паршивые котлеты. Почему они паршивые? Вчера котлеты, позавчера котлеты. Неделю едим одни и те же паршивые котлеты. Это не одни и те же, это новые. Все равно паршивые. Любовь, чего ты добиваешься? Разве ты зарабатываешь деньги на свои капризы? А я могу вообще ни к чему не притрагиваться. Я лучше умру с голоду. Не смей орать! Ты не на улице! Я на улице не ору! Ой, открой банку кальмаров. А где они? Ну что это за еда? Надо же пообедать. Она окончательно загубит желудок. Мам, ну пусть она ест, что хочет, а? Конечно. Конечно. Я для вас ровным счетом ничего не значу. Вы считаете меня дурой. Господи, ну зачем же надо было рожать детей? Если от них не услышишь ни одного ласкового слова. Если чужой, лишний человек. Если они буквально ненавидят тебя. Если они оскорбляют тебя.
если ты не можешь. Мамочка, перестань. Это все не так. Нет, это так. Это так. И такова жизнь. И вы поймете это, когда у вас будут свои дети. Все не так страшно. Мы тебя очень любим. Возможно. Возможно, вы полюбите меня, когда я буду лежать на кладбище. Но мне так хотелось, чтобы это было при жизни. А кому пирожные? Тебе. Это ты купила? Ну, какое это имеет значение? Ах ты, Жушечка. Давай, поцелуй маму. Мам, ну я же не виноват, что я терпеть не могу эти паршивые котлеты. Как ты выражаешься, Люба? Где ты была после школы? Ой, ну нигде я не была. А кто это сейчас вышел из нашей квартиры? Такой нереальный мужчина. Почему это он нереальный? Ты стояла в парадном. С кем? А он не фармацевт? Нет. Странно. Угу. А он не косит немного? Да, Люба, ну что за глупости? Ну, действительно, ну что за глупости, Люба? В нем нет ничего такого из ряда вон выходящего. Вполне представительный мужчина. А я ничего не говорю. Он мне очень понравился. Свежесть дает. Боже мой! Ну что за жаргон? Да. Это же наш жених. Жених Александр! Я с ума с вами сойду. Я пойду поставлю чайник. Попьем чай. Посидим, поговорим. Попьем чаю с вареньем. Все обсудим. Это все просто так не делается. Это что, твой жених? Нет. Напрасно. Я посоветовала тебе выйти за него замуж. Тебе звонил Бетхудов. Бетхудов? Какой удивительный человек, верно, Павлуш? Да, тетя, пожалуй. Может, мы даже не можем оценить, насколько он необыкновенный человек. Бетхудов. Что он звонил? Хотел узнать, когда ты будешь дома. Послушай, Павлик, умер мой одноклассник. Удивительный человек и удивительный врач. Светлая ему память. В моем возрасте смерть сверстника – это первый звонок. Не надо. Не надо мрачных мыслей. Да, я сначала была потрясена, а потом думала о нем светло. У него была болезнь сердца. Сердце – беда нашего времени. Я понимаю, что это неразумно, но отношу его к органам наших чувств. Ведь действительно люди умирают от любви, от радости, от горя. И какой ни поставь диагноз, а результат один. Не выдерживает сердце. Ну, что тут поделаешь? Ты тетя поэт. Нет. Я аналитик. Я сегодня совершенно неожиданно получила письмо. Ты знаешь, как я волнуюсь, всегда скрывая конверты? Я читаю обратный адрес, и что я вижу? Полоцк. Полоцк? Ну да, Полоцк, понимаешь? Полоцк. Что с ним связано, но что? В Полоцке живет моя и твоей покойной мамой двоюродная сестра Соня. В детстве мы жили вместе. Да. Среди старых книг и тетрадей я как-то нашла записную книжку.
А в дни рождения моих давних знакомых и родных, ты знаешь, как у меня дрожали руки? Там были дни рождения людей, о которых я совсем забыла. Что за жизнь? И вдруг смотрю, Соня. Я тут же побежала, купила ей подарок. Ну, может, не совсем удачный. И отослалась письмом. Первое письмо за столько лет. Я совершенно забыла об этом. Вдруг сегодня получаю ответное письмо. И какое письмо, Павлуша? Она несчастный человек. Совершенно одна. Муж умер. И мне стало так стыдно и страшно. А в довершение ко всему, она хочет мне вышить что-нибудь на память о ней. Она вышивает бисером. Тетя, посмотри на меня внимательно и скажи. Есть во мне что-то? Хоть что-нибудь такое, что могло бы привлечь? Ну, хотя бы пробудить ко мне симпатию. Если уж на то пошло, я тебе скажу. Я тоже выхожу замуж. Очень скоро. Летом мы уже будем женаты. Я понимаю, мне жить осталось совсем немного. После 40 лет это уже не жизнь. А я не хочу упустить ни часа из того, что мне отпущено. Нет, я понимаю, что я его не люблю. Но я к любви отношусь не так. Ах! Я отношусь трезво. Он будет выдающимся физиком. Для него уже сейчас Бор не эталон. Я не хочу скиснуть здесь и превратиться в такую полубезумную кувочку, как мама. Но они зато загубили свою жизнь. Я же их грехи не намерена расхлебывать. Шушечка, я тебе говорю по секрету. Выходи за него замуж. Выходи. Ничего, что ты его не любишь. Любовь — это все ерунда, это чепуха. Я тебе не говорила. Он тебя по утрам, когда ты не накрашенная, страшно смотреть. Ну, посмотри, у тебя уже сейчас дрожат руки. Ты скиснешь в своей музыкальной школе. Шурочка, миленькая, я тебя люблю. Солнышко мое. Я не хочу. Я хочу, чтобы ты была счастливая, чтобы тебя любили. Чтобы у тебя все было хорошо. Ты же через пару лет совсем не сможешь играть. Над тобой будут смеяться даже твои бездарные ученики. А потом через 10 лет ты же сойдешь с ума. Потому что ты каждый день с разных сторон будешь слышать: упустила Фарятьева, упустила Фарятьева, упустила Фарятьева. Перестань, перестань. Я все решила, Павлуша. Я сделаю по-своему. Соня переедет к нам. Мы ее комнату обменяем на комнату. А потом две комнаты, одну на три комнаты. А пока будем производить обмен, мы с ней будем жить в одной комнате. Как? Вот так. Вот так, Павлуша, я уже ей написала. Но ведь ты еще, я тебе еще... Как ты могла написать? Написала. Ты ничего не понял, Павлуша. Я тебе рассказала о смерти Зузенко. Ведь сердце из-за постоянных бед и неприятностей фрустируется, раскалывается. Сначала дает трещину, как чашка, а потом раскалывается пополам. Умер Зузенко. Умерла мама. Пусть поздно, я должна что-то сделать для Сони. Но ведь я женюсь, тетя. Павлик, как женишься? Я ее люблю. Но я боюсь, она мне откажет. Откажет? Тебе?
Ну, а Соня? Ты извини меня, Павлуша. Ну, что ты придумываешь себе? Сочиняешь? Знаешь, раньше мне казалось, что я должен только работать. Что мои наблюдения и заключения требуют 24 часов в сутки. Ведь я должен закончить свой труд. А теперь ты думаешь иначе? Теперь я теперь все время хочу быть с ней вместе, а когда ее не вижу, я ужасно неспокоен, становлюсь необъективен, даже несправедлив. Я не могу работать. Ну что же, Павлуша, видно, это счастье. Я поплачу на вашей свадьбе от радости, перемою посуду и уеду к Соне в Полоцк. Ну, как же я, тетя? Я ведь тебя люблю. Потом ты забываешь, что мне могут еще отказать. Ах, мужчины, мужчины. Из-за кого вы теряете головы? Трезвый взгляд на вещи. Из-за нас. Она блондинка? У нее каштановые волосы, как были у мамы, с рыжинкой, карие глаза. О, боже мой, Павлуша. Соня ей вышит платье бисером. Желтый сверкающий бисер на белом шифоне. И рыжеватые волосы. Соня будет счастлива. Где мы так долго были? Где мы гуляли? Что это? А, это я накрыла на стол. Это я вижу. А зачем? Ну, как же, сегодня понедельник, сегодня придет Павел. Ну-ка, немедленно убери со стола. Шучка, он приходит в приличный дом, и я хочу, чтобы он знал это. Немедленно. Саша, Саша. Человек имеет право на человеческий прием в случае отказа или в обратном случае, ну, в любом случае. Так, ну, я ухожу. Сашенька, Сашенька, ну, ведь он же придет после работы. Ну, если ты откажешь ему, ну, должен же он хотя бы поесть как следует.
Ну, а если не откажу, что тем более? Мама. Ну, что ты нервничаешь? Мам, почему ты все решаешь за меня? Ты помнишь, сколько мне лет? Я клянусь тебе, я не выйду из кухни. Я даже включу воду. А Любочке я достала 2 билета в кино, и она придет глубоким вечером. Нет, я так не могу больше. Я должна снимать комнату, или я сойду с ума. Хорошо. Ну, я хочу знать, я все-таки имею право. Да или нет? А, да или нет? Ну, скажи хоть одно слово, и мы больше не будем говорить на эту тему. Ну, да или нет? А, да или нет? Павлик! Значит так, я так и предполагал. Опять ты начинаешь обольщаться. Опять он. Опять начинается взглядный разговор. Бегу, бегу! Как только у тебя начинается какой-то сдвиг в жизни, какой-то кризис в жизни, он опять прибирает тебя к рукам. Пусть великий человек, пусть гений даже, но для тебя он злодей. Мам, ну не смей. Я смею. Тимофеич, минуточку! Что он тебе обещал? Что он говорил конкретно? Шуля, деволя моя, глупенькая моя, ведь над тобой же все смеются. Нет, я сойду с ума. Это я сойду с ума! Хорошо, хорошо, ты пойми, Шура, у меня ведь нет больше нервов, у меня нет больше сил, нет. Поступай, как знаешь, поступай. Но если ты сделаешь эту глупость, я умру немедленно! Я клянусь, у меня ничего больше нет в этой жизни. Я открываю. Пойди, попутрись. Все будет хорошо, деволя моя. Не нервничай, шуренок мой. Все будет хорошо. Здравствуйте, Павлик. Давайте познакомимся. А мы вас давно ждем. Шурочка только что пришла с работы, и вы, наверное, прямо с работы. Вы голодны? Ой, ну, конечно же, вы голодны. Я, к сожалению, верчусь на кухне. Женщины вообще 3/4 жизни проводят на кухне. И мне это даже нравится. А вам? Ой, что я такое говорю? Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Хотите есть? Нет, спасибо. Я не голоден. Это мама все для вас приготовила. Спасибо, я не голоден, я на работе пообедал. Она обидится. Вы же не хотите ее обидеть? Ни в коем случае. Вот и ешьте. Там наливочка моего производства. А потом я горячее принесу. Угу. Хотите наливки? А вы? Пейте.
ваше здоровье. Спасибо. Александра. Саша, вы чем-то огорчены? Почему вы так решили? Вы так смотрите на меня. Как? Я бы даже сказал, с ненавистью. Я пришел не кстати. Я сейчас уйду. Нет уж, вы сидите. Вы же пришли по делу. Ну, если можно так выразиться. Можно. Итак, вы хотите получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Если можно так выразиться. Можно. Если вы готовы мне дать ответ. Готова. Я готова. Пожалуйста. Подождите немного. Шурочка, девочка, я закрою окошко, там спасибо, простудитесь. Я закрою, мама. Александра. Как вы думаете, что такое сны? Не знаю. Никогда не задумывалась над этим. Вот, предположим, одному человеку снится другой человек. Снится, что волей обстоятельств они одни вместе. И при этом испытывают такое счастье, такой покой, чего в действительности не бывает. Так что же такое сны? Сны – это сны. А реальность – это реальность. Это я понимаю. Но когда одному человеку снится, что стоит сказать одну только фразу, пусть глупую, и другой тебя поймет. Это так необходимо. Откуда же это берется во сне, если наяву все иначе? Фантазия это и только. Я все понимаю. Я понимаю, что вы хотите мне ответить. Я сейчас уйду. Ради бога, простите. Я не хотел вас обидеть. Не понимаю, как это могло получиться. Почему так решили? Как? Ну, что вы обидели меня? Не знаю. Мне так показалось. Это не так. Не так? Вы не обидели меня. Это правда? Конечно. Только вы не уходите так сразу. А то вы обидите маму и меня тоже. Ешьте. Мне так было больно, когда вы меня так посмотрели. Я не могу дальше жить с таким вашим взглядом. Я понял, что вы хотите мне сказать. Поняли. Понял. Ну вот хорошо. Садитесь. Все правильно. На что я мог рассчитывать? Вы самая прекрасная женщина из всех существующих. Я бы сделал все, чтобы мне было грустно и тяжело. Даже что-нибудь нехорошее. Какую-нибудь
Глупость окончательная. Павлик, давайте больше не будем об этом говорить. Хорошо, хорошо. Только вы, пожалуйста, не грустите. Правда, нет повода. Я вас развеселю, попробую. Я умею показывать карточные фокусы. У вас есть карты? Кажется, есть. Дайте, пожалуйста. У меня это очень эффектно получается. Бетхудов говорит, что у меня своеобразный талант. Сейчас принесу. Александра, не двигайтесь. Какая вы красивая. Луч света попал вам прямо в глаза. Они стали прозрачные, как янтарь. Павлик, ну вы меня опять напугали. Ну неужели вы думаете, что можно говорить вот так все, что взбредет вам в голову? Я вам не советую. Иначе вы будете производить на людей отталкивающие впечатления. Извините меня. Вот карта. Нет. Сначала прорепетирую. Нет. Павлик, вы не обижайтесь на меня. Уж лучше я вам скажу, чем кто-нибудь другой. Правда же? Ой. А вообще-то я вам рада. Я рада, что мы поняли друг друга. Что, не получается? Нет. Просто... надо разогреть руки. Это почти что эстрадный номер. Вы на меня не обижайтесь, что я вас так встретила. Я просто очень устаю на работе. Поэтому я не люблю этих бессмысленных разговоров. Но это так тяжело. И на работе приходится много говорить. Странно. Плохо получается, у меня дрожат руки. А о чем говорить? И ведь чаще всего в служебных делах нет никакого взаимопонимания. А ведь мы-то имеем дело с детьми. А если между взрослыми не будет взаимопонимания, задумайте то... три карты. Тройка, семерка, туз. Про себя задумайте. Задумала. Задумали? Угу. Я тасую колоду. Следите внимательно. Тасую. Угу. Снимите. Это отдайте. Делим на три кучки. Вы помните, что вы задумали? Да. Взаимопонимание необходимо. Вот Бетхудов говорит, мы должны как минимум понимать друг друга, если мы чему-то хотим научить новое поколение. Иначе, он говорит, это новое поколение зачеркнет нас. Оно перешагнет через наши понятия, через наши категории. Оно пойдет дальше. Бетхудов. Вы. Он говорит. Вы любите его, Саша? Привет. Привет. У вас пир? У нас пир. О, и карты. С ума сойти. Ваша фамилия Фазаньев? Нет. Фариатьев. А я Люба. Как вы считаете? Я похожа на Шуру? Не совсем. Вернее, совсем не похожа. Странно. А ведь единоутробные сестры. Не ломайся, Люба. А я не ломаюсь. Она роняет меня в ваших глазах. Как вы думаете, почему? Люба, ты почему здесь? Ты почему не в кино?
А мне здесь интересней. Я как раз хочу есть. Иди на кухню, там поешь. Тут же все накрыто. Иди туда, я тебе говорю. Ну, я хочу познакомиться со своим будущим дедом. Убирайся отсюда! Она вас ревнует. Не рано ли? Как вы думаете, почему? Глупышка маленькая. Они и так все время пикируются с Шурочкой. Пикируются и пикируются. А друг без друга жить не могут. Горяченько не нести. Ну, я попозже. Скажите, ну как можно выйти из этого заколдованного круга? Ведь мы же все не злые люди, мы хотим друг друга добра, ведь говорят, что они меня любят. Почему же люди так мучают друг друга? И любят, мучают, и не любят, мучают. Вот я веду себя по отношению к вам жестоко, бестактно. Вы хороший, добрый человек, но... Ну, что я могу сделать? Что вы можете сделать? Ну, вы меня любите? Я люблю вас, да. Да, да, а я не люблю вас. И что я могу сделать? И что вы можете сделать? Ну, скажите. Может быть, я как-то сумею заслужить вашу любовь. Может быть, со временем... Ой, ну как? Ну, как ее можно заслужить? Ну, о чем вы говорите? Ну, чем? Ну, скажите, ну чем? Ну, неужели вы думаете, что была бы эта вся неразбериха, если бы людям воздавалось по заслугам? Я ни на что не претендую, я не имею права. Ой, господи, Павлик, я вам и не советую претендовать. Если говорить по секрету, то кроме вас вообще больше никто не претендует. Не нужно так говорить, не нужно. Я прошу вас. Посмотрите этот фокус до конца. Нет, нет, Павлик, я прошу вас, ну, дайте же мне тоже нужно выговориться, вы понимаете? Ну, я прошу вас. Ну, посмотрите на меня внимательно, ну, что я уродина? Ну, что я произвожу ужасное впечатление, или я, не знаю, глупая, чрезвычайно глупая, одна на миллион, и это сразу бросается в глаза. Ну, скажите мне честно. Вы же знаете, что это не так. Да я не знаю. Я не знаю. Когда-то я встретила человека, который был для меня... Ой, да почему был? Он есть. Он самый добрый, самый красивый, самый хороший, самый умный. Ну, я не знаю, может, только для меня так. Но для меня он такой. И одно время мне даже казалось, что он тоже меня любил. Ну, не знаю, может, мне только казалось, но это не важно. Ну, посмотрите на меня внимательно. Ну, значит, что-то во мне не так? Ну, а иначе, ну, за что же меня так наказывать? А ведь я так хотела заслужить его любовь. Видите, как это глупо звучит? Да, я понимаю, это глупо. Да я не знаю, может, и не глупо. Но если тысячи людей занимаются этим, значит, это правильно. Ну, просто не по адресу. Просто... Нарушился какой-то порядок, кто-то пропустил свою очередь, дальше все пошло криви в кость. Ну, я каждую улицу в этом городе вот помнила так, здесь мы ходили, а здесь мы не... Да куда я могла уехать отсюда? Я не могла никуда уехать, у меня все было с ним связано, понимаете? Только разве это жизнь, когда нет радости ни в чем, когда нет надежды? Шур. Можно я с вами посижу? Посидишь попозже. Можно я выпью наливку? И выпьешь попозже.
И не смотрите на меня так, нельзя на меня так смотреть, не надо на меня так смотреть, ошибка. Это какая-то ошибка. Если бы вы знали, как я унижалась, Павлик. Не говорите так, это неправда. Да это правда. Это правда. Я готова была на все, только бы он был со мной. Я жить без него не могла, понимаете? Я вот звонила ему по телефону и слушала его голос. Я стояла под его домом и смотрела на его окна. Я каждый день писала ему письма и спрятала их под подушку. Я целыми ночами только и твердила: ну, миленький мой, ну, родной, ну, услышь меня, ну, вспомни обо мне хоть на минутку. Я так люблю тебя, мой хороший. Да разве может женщина себя вести так? Да разве может меня кто-нибудь после этого полюбить? Да разве могу воспитывать детей? Да что вы? А вот и горячий. Ну, иди отсюда, мама! Ну зачем я так? Мой вам совет, Павлик. Не будьте с людьми откровенны. Это слабость. Они не прощают чужих слабостей и очень потом наказывают за это. Неправда. Неправда. Нет, это я не о вас. И я не о себе говорю. Вы не должны так думать. Вы не должны отчаиваться. А я уж и не отчаиваюсь. Давайте лучше споем дуэтом. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар нашими ногами. Мне нравится, я... что можно быть смешным. Открою вам и не одну тайну. Словами, и не краснеть у души. Дело в том, Александра, что и вы, и я, и все люди вообще, мы живем не на той планете. Мы инопланетяне, так сказать. Это что, иносказательно? Это такая метафора? Нет. Это не метафора. Дело в том, что когда-то, очень давно, люди из далекого мира прилетели на эту планету и остались здесь по воле обстоятельств. А потом родились наши предки, а потом мы. Ну, я уже слышала эту теорию. По-моему, это абсурд. Нет, не абсурд. Павлик, ну какое имеет значение, как мы сюда попали? Раз уж попали, надо как-то устраиваться. Это имеет. Имеет значение. Поймите, ведь это главное. Мучаемся над мелкими, какими-то домашними проблемами. Мы тратим наши мысли и чувства впустую. Мы от рождения смотрим себе под ноги, только под ноги. Нам с детства говорят: смотри себе под ноги, смотри, не упади. Мы умираем, так и не поняв, кто мы, зачем мы здесь. А между тем где-то, глубоко в нас, живет одно стремление. Туда. Ввысь, в тот далекий мир. Откуда мы пришли? И где живут такие же люди, как мы? Мне даже кажется иногда, что они думают о нас. Вспомните, у вас было когда-нибудь такое ощущение, что кто-то жалеет вас и ждет?
не было. Меня не ждут. Не смейтесь, не надо смеяться. Нет, Павлик, вы не волнуйтесь, ну, мало ли всяких теорий. Есть одна, только одна. Почему влюбленные смотрят на звезды? Почему их так привлекает небо? И оно распахивается перед ними, как двери в бесконечный незнакомый мир. Почему нам с детства снится чувство полета, а к старости нам снится, что мы падаем вниз, стремительно падаем? Почему во сне мы разговариваем на языках, нам неизвестных, совершенно свободно? Почему мы явственно видим удивительные ландшафты и строения, знакомые нам, но которых мы никогда не видели прежде? Почему? А чувства яркие, горячие, прекрасные, которые мы забываем днем. Вам случалось узнавать людей, которых вы никогда не видели прежде? Узнавать как давних знакомых, по движению, по запаху. А слова, обращенные к нам, которых никто не сказал. Откуда они? Они у нас в крови. Если бы всего этого не было. Но за одну эту маленькую жизнь мы рождаемся и умираем десятки раз за многих других людей. Скажите, что это? Это фантазии? Но не больше, чем целая жизнь. Зачем же мы убиваем их? Нет, подождите, Павлик. Я вас не совсем понимаю. Но вот если представить, ну вот если вообразить, что... Это так, как вы говорите? Это так, Александра, я в этом уверен. Уверен. Вы посмотрите на людей. Разве стали бы они так обижать, так мучить друг друга, если бы они знали об этом? Если бы они знали, что они единое целое, если бы они помнили... Неужели не стали бы мучить? Неужели бы все было иначе? Все наши несчастья кратковременны. Дети, наши внуки, наши правнуки, они поймут. Они отбросят все мелкое. Поверьте, они будут любить друг друга. Все? Все. Я уверяю вас, все. Саша, я много работал. У меня есть очень стройная теория. Я утверждаю, что все наши болезни происходят от этого. Какие, душевные? Нет, душевные это понятно, физические. Вы замечаете, что человек болеет постоянно, от рождения до смерти. Это же неестественно. Какой-нибудь муравей или крокодил, он живет рядом, но он не подвержен таким странным, таким бесконечным болезням. Вы считаете, что это все взаимосвязано? Безусловно. Я систематически наблюдал и делал выводы. Я вам даже скажу больше. В последнее время мне было трудно работать. Но я возьму себя в руки. Павлик, вы одержимый человек. Вы знаете, я вам верю. Спасибо. Я оправдаю ваше доверие. Ну, извините. Я много говорил. Мне уже давно пора уходить. Нет, не уходите. Не уходите. Да, не уходите.
ответили. Я понял. Вам, наверное, в тягости? Нет. Нет. Может быть, я не так понял вас. Я всегда счастлив видеть вас. Но вы мне отказали. И сегодня... Нет. То есть как нет? Я не понял. Вы не поняли меня. Александра. Саша. Александра. Не понял? Послушайте, мы говорим о разных вещах. Вы мне отказали? Нет. Нет. Не может быть. Невероятно. Вы хотите за меня замуж? Я вам прямо скажу, Павлик. Вы мне тоже сразу понравились. На именинах у Бетхудова. Я вспоминала о вас эти 10 дней, ну, хотя в этом бешеном ритме жизни о многом забываешь. Ну, я как-то не знаю, что ответить. Я как-то не совсем готова. Я просто не совсем подготовлена. Я прошу вас, вы, пожалуйста, мне категорически не отказывайте. Категорически я не отказываю. Вы скажите, что вы скорее согласны. Ну, я скорее согласна. Прощайте, Александра. Я ухожу и приду через 2 дня. Не отказывайте мне, пожалуйста. Может быть, это смешно звучит. Но я люблю вас так, как никто. Никогда никого не любил.
Александра. Почему меня зовут так торжественно? Зовите меня просто Шура. Шура? Это шипящее имя. А вам идет стройное звенящее. Вы мне позвольте вас называть Александрой. Зовите, только вы устанете. Это очень длинно. Как провели эти два дня? Какие два дня? Все, что мы не виделись. Да, я действительно видела вас во вторник. Именно во вторник. А в котором часу? В 6, кажется. В 6:10. Заря догорала. Как вы странно говорите. Ничего там нет странного. А вы разве не заметили, как она догорала? Я заметил. Вы тогда появились. Диез, а не бемоль. Следи за левой рукой. Ничего. Я только устаю. Я сейчас очень устала. А вы прилягте, отдохните. Ну что вы, зачем это? Прилягте, прилягте. Да я сидя отдыхаю. Как вы провели эти два дня? А почему спросили? По мне? Что-нибудь заметно? Нет, ничего. Впрочем, я не знаю. А что должно быть заметно? Я очень много думал эти два дня. Впрочем, не больше, чем всегда. Только об одном и том же это утомительно. Да, это уж вы напрасно. Ой, так устаешь в этом бешеном ритме. Александра. Вы меня прямо пугаете этим именем. Извините. Так вот, вы хотели бы знать, о чем я думал эти два дня? Ну, хотела бы, если это, конечно, прилично. Я думал о том, что было бы очень правильно и хорошо, если бы мы поженились. Почему вы молчите? Не отказывайте мне, пожалуйста. Я понимаю, я некрасив. Ну, вернее, лицо у меня неприятное. Да нет. Да нет, у вас совсем неплохое лицо. Нет, все это так, и сложен я не атлетически. Верно? Ну, почему? Все это так. Я могу продолжать? Александра,
Да, продолжайте. Только не дрожите так, пожалуйста. Я очень устаю. Все. Мы знакомы всего 10 дней. Но с той минуты, как я увидел вас на именинах у Бетхудова, я совершенно лишился индивидуальности. Я потерял свое лицо. Я говорю и думаю только о вас. Вы похожи на Сикстинскую капеллу. У вас множество оттенков. Я зарабатываю сравнительно мало, но я буду зарабатывать больше. Я прославлюсь, я потом скажу, на чем. Никто вас не будет любить так, как я